Ушкова подробно. Разные источники датируют эту башню то 15-16 веком, то парой столетий раньше. Это самая ранняя фотография башни в 1926 году, когда ее кровля еще была цела. А эти совсем свежие, пару месяцев назад, перед реставрацией. Сильнее всего башня была повреждена с юго-западной стороны. Но прежде чем реставраторы дотронулись до ее камней, была проведена основательная подготовка. Составлялась проектно-сметная документация, изучалась технология клада. А экспертиза рассказала о компонентах строительного раствора. Готовилась на основе его известь, значит, наполнитель там идет. И в историческом составе был обнаружен казеин, такой животный клей. По всей вероятности, наши предки добавляли, готовят раствор, добавляли в него сыворотку, корую сыворотку. Значит, мы этот состав постарались восстановить, тоже добавляем туда и казеин в составе других ингредиентов. Значит, раствор получается пластичный, хорошо схватывается. Такой организованности на реставрационной площадке можно только позавидовать. Каждая деталь продумана до мелочей. Даже леса установлены вокруг башни согласно отдельному проекту и отвечают всем требованиям безопасности. На высоте 16 метров Михаил Малороев устанавливает последние камни этой башни. Он никогда раньше не участвовал в реставрационных работах, но сохранить башню Тейпа посчитал своим долгом. Поэтому он здесь, как и этот камень, который он держит в руках. Ведь башню пришлось разобрать на 2/3, но теперь каждый камень вернулся на свое место. Первое наше действие – это маркировка всего камня, рядов всех. Каждый камень, каждый ряд маркировали и снимали, слаживали внизу их отдельно, каждый ряд отдельно. Все камни с одного ряда в одну кучу в ряд разлаживали. И потом, когда мы собирали это, тоже так же. По номеру ряда поднимали наверх и вылаживали. Недостающие камни были добыты возле рек Терек и Аса. Их подбирали и обрабатывали самым тщательным образом. В этом реставраторам помог мастер из Владимирской области Иван Селезнев. Сейчас он работает над 80-сантиметровыми камнями, так называемыми зубцами, которые будут венчать самый верх башни. Даже инструменты реставраторов соответствуют древним технологиям строительства. Вся башня сделана инструментами из стены фактически. Добывали с музеев в основном. Лучковые пилы вот специально пилить, скребки, мастерки маленькие для расшивки швов. Это каменный инструмент для камня. Как бы подобие сейчас, может, таких нету. Эта башня относится к Малороевым Тейпа Чергизовых. По их словам, пару лет назад многовековое наследие чуть не погибло от рук людей. Здесь без разрешения прокладывали дорогу, постепенно разрушая холм, на котором стояла башня. Малороевым удалось прекратить эти работы, а затем исплатиться для укрепления башни. Чтобы внести свой вклад, представители Тейпа приезжают сюда почти со всей республики. Придется укреплять его. Значит, главный архитектор проекта нам запрещает использовать здесь бетон, цементы, категорически запрещает. Поэтому укреплять будем вот таким образом. Значит, привозить большие валуны, выкладывать их, смещая центр тяжести к склону. И, значит, засаживать будем специальными растениями, которые имеют хорошую корневую систему и будут держать склон. Но это большая, объемная работа. В этом году мы ее не закончим, будем продолжать в следующем году. Основная часть восстановительных работ завершится в первой декаде ноября, до наступления холодов. На этом белом камне возле башни будет выгравирована историческая справка и дата реставрации. Но самое главное, еще одна многовековая башня сохранена достойными потомками великих предков. Залина Магушкова, Аслан Героев, Новости 24. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» заняла первое место на всероссийском конкурсе «Смиротворец» в номинации «Актуальная традиция». В окружном этапе конкурса приняли участие более 6